Нередко в унитазе случается такая проблема протечки бачка. Но, как правило, бачок протекает вместе крепления свиного бачка к телу унитаза. Думал я, что протекает гофра, но на самом деле все оказалось куда менее прозаичнее. Собственно, вот в этом месте протекал бачок, вы видите здесь ржавчину. Соответственно, когда бачок полный, то под давлением воды потихонечку происходит протечка. Для устранения проблемы я воспользовался обычным силиконовым герметиком, промазал места крепления бачка. Сейчас все это продемонстрирую, покажу. Вот именно вместо прокладки мы обильно промазываем силиконом и вставляем это все дело на место. Вот так это все в конечном итоге должно выглядеть. Все это можно аккуратненько промазать. Так вот снизу все это получается. Собственно, герметик выпирает сюда немножко, но для надежности